Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Карась клюет практически всю зиму, но пики клева приходятся на период оттепели. В зимнее время клев карася интенсивнее всего происходит с раннего утра и до обеда. И именно для получения большего азарта и удовольствия применяются поплавочные удочки. Самыми активными месяцами для ловли карася на поплавок принято считать декабрь, январь и март со льда. Лучшая глубина выбирается порядка от 1 до 3 метров. Ну и конечно же преимущество отдается аномалиям на дне. Лучше всего насверлить пару-тройку лунок на небольшом расстоянии, так как карась не уйдет с прикормленного участка. Новички начинают покупать в рыболовных магазинах уже готовые и оснащенные удочки. Именно это и является их первой и главной ошибкой. Такие снасти зачастую производятся не очень качественно и разочаровывают рыболовов. Высокая чувствительность удочки просто необходима, без нее зимой никуда. Оптимальный размер крючка примерно номер 2,5 до 4 с очень острым жалом. Очень тонкий и желательно под цвет наживки. Толстая леска вам вовсе не нужна, будет достаточно 0,09 или 0,1 мм. При ловле крупного карася применяется леска 12-13 мм. Маленький и чувствительный поплавок оливка лучше всего реагирует на осторожные поклевки. Ну и хлыстик тоже не нужно забывать. Он довольно-таки хорошо смягчает резкие рывки рыбы. В качестве грузила тут вовсе не так, как летом. Нужна лишь одна дробинка, которую размещают примерно на 15 см выше крючка. Поплавок регулируется так, чтобы наживка была на самом дне или находилась в 5 см от него. Ловля карася на поплавок зимой приносит очень хорошие результаты при насаживании на крючок 2-3 мотылей. Конечно, карась не отказывается от червя и опарыша. Но применяя такие насадки, поклевки происходят намного реже. Подсечку нужно делать сразу после того, как вы заметили, что поплавок начал слегка подниматься над водой. Зимой карась клюет наверх, и поплавок отгружают так, чтобы он находился под водой на 2-3 см. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!